Братья и сестры, слава Господу! Мы находимся сегодня в доме молитвы, и я хотел бы сказать слава Господу! Я скажу, что какие мы счастливые! И я хотел бы, чтобы сегодня мы действительно это счастье ценили. Просто невольно напоминается, когда оно трогает твое тело,
Когда трогается обстановка твоей семьи, ты просто невольно это вспоминаешь. Ты просто вспоминаешь автоматически, потому что это боль. Это боль. И вы знаете, сегодня просто невозможно не вспомянуть, когда вся земля говорит об этом. Глубокие перемены и измены на этой планете Земля. Оно, мне кажется, все человечество шокирует в том, что происходит. Вы знаете, я сказал бы, что не удивляйтесь, что на Земле сегодня идут многие войны. Восстает народ на народ, брат на брата. Так говорит Слово Божие. Это говорится о том, что мы живем в последнее время. Библия нам говорит, что придет такое ужасное время, когда брат брата будет предавать и будет думать, что он служит Богу. Это самое, что есть опасно, когда ты предаешь брата и думаешь, что ты служишь Богу. Это самое есть опасно. Это человек в помрачении, в каком-то заблуждении, в обольщении. Я хотел бы сегодня, чтобы мы, народ, как Господин, проснулись и смотрели в небо, откуда приходит помощь. Помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю. Библия говорит нам о том, что Он не даст поколебаться ноге твоей. Он не дремлет и не спит, хранящий Израиля. Слава Господу! Он наш щит. И наша охрана, Господь, на котором мы уповаем. Многие задают вопрос, гибнуть, а где же Бог? Бог на своем месте исполняет свое определение. А мы должны восклонить головы наши, потому что приходит избавление народа Божьего. Слава Ему! И сегодня я хотел бы сказать, что мы будем праздновать особый праздник, который достоин чести и победы. Сегодня мы будем отмечать победы не на земле, которая там, а которая совершена была на земле, но вечность будет там. И вы знаете, сегодня есть очень важная ответственность касаться к телу и крови Господа. Сегодня провозглашать ту победу, которую Он, Христос, взял наши грехи, взял ключи ада и смерти и одержал победу и сказал, там, где я, и будете вы. Слава Господу! Слава. Библия нам говорит, что у Него, у Христа, обителей много. Но если бы и не так, кто-то не поверил, то он говорит, я пойду и приготовлю вам место, и чтобы там, где я, и вы, народ Господин, были со Христом. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу за Его победу! Слава Богу, а не людям! Людям только можно сказать спасибо, а Богу вся слава, аллилуйя Ему! Сегодня Он говорит через Слово Свое, что Он победитель мира. И сегодня Он хочет, чтобы этот мир Божий был в наших сердцах. Как важно, когда слезы на глазах, а в сердце мир. Хотя часто так бывает трудно этот мир сохранить, когда тебя трогает, когда там братья твои, сестры, а может дети, а может отцы или матери остались там под угрозой убийства или под угрозой какой-то ракеты. И очень тяжело. Но мы должны сохранить мир. И самое главное, чтобы в нашей церкви и вообще в народе Божьем не было войны. Ты хороший, а ты поганый. Это не мы. Это не народ Божий. Это просто невиноватая нация. Это не русские, не украинцы, не белорусы. Это не нация. Братья и сестры, очень важно, когда мы, как христиане, понимаем, что мы народ Божий.
И для Бога нет, серый ты, черный ты или еще желтый, разницы нет. Мы во Христе одна семья, слава Ему. Как важно сегодня молиться пред лицем Господа за Его великую милость. Аллилуйя! Слава Ему! Я хотел бы, чтобы мы все стали на наши ноги. Просто возблагодарили Бога, что есть победа, охрана и защита в Его. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, наш великий чудный Искупитель! Мы благодарим Тебя! Мы славим Тебя, мы величаем, мы провозносим Твое святое имя. Ты единостойный, Отец Небесный, Ты единостойный. Аллилуйя! Мы сегодня этот праздник победы празднуем, что Ты там на Голгофе победил, что Ты нам простил, что Ты нас омыл. Слава Тебе! Аллилуйя Тебе! Господи, за Твой Голгофский крест, слава Тебе! Аллилуйя! Хвала Тебе! Честь Тебе! И поклонение! Господи, мы сегодня провозглашаем Твою великую любовь, которую Ты оказал человечеству на этой земле! Слава Тебе! Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе! Мы поклоняемся Творцу неба и земли! Мы величаем и превозносим. Слава Тебе! Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе! И благодарность Тебе! Аллилуйя Тебе! Ремене кербеде кровен! Чирмене кербеде кремене сербеде кремен! Осанна! Аллилуйя! Кто мы сегодня маем мирный и тихий час, когда мы можем, Господь, пристать пред лицем Твоим святым. Мы величаем, мы превозносим Творца неба и земли. Аллилуйя! Слава Тебе! Хвала Тебе! Аллилуйя Тебе, Господь! Сегодня народ пред лицем Твоим святым. Благодари, славим и величаем. Аллилуйя! Благослови Твой народ, благослови Твою церковь. Господи, и там, где рвутся бомбы, сохрани Твой народ, сохрани милости, просим Твоей. Боже, да придет эти все молитвы, Господи, пред лицем Твоим святым, и да придет, Господь Иисус, утешение от Тебя. Господи, мы просим Тебя это служение, которые мы, Господь, будем совершать. Господи, благослови Твой народ, чтобы с дерзновением, входя в святое святых, касаясь к телу и крови Твоей, чтобы мы имели в себя жизнь. Пусть благодать придет на каждого из нас. Пусть, Господь, руководство Святого Духа да придет в Твой народ во имя Иисуса Христа. Мы даем Твои святые руки. И пусть Господь во всем и через все это служение да будет прославлено Твое святое имя. Хвала Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Мы остаемся на ногах. Будет сбор пожертвований. Аллилуйя, аллилуйя, Ты наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, Ты наш Бог. Благодати Ты велик, милосердие терпелив. Аллилуйя, аллилуйя, Ты наш Бог. Благодати Ты велик, милосердие терпелив. Аллилуйя, аллилуйя, Ты наш Бог. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Окружил заботой всех, не иссякнуть ей вовек. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец.
окружил заботой всех, не иссякнуть ей вовек. Аллилуйя, аллилуйя, наш Отец. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Твоему и на кресте принесли спасение мне. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Твоему и на кресте принесли спасение мне. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Жизнь и силу ты даешь, духом к небу нас влечешь. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Жизнь и силу ты даешь, духом к небу нас влечешь. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой. Сейчас служение хора. Христа,
Далее брат Дмитрий Штемнин, научи меня любить. Эта песня говорит о любви и прощении, о том, как мы должны прощать друг друга. Научи меня любить, научи меня прощать, как ты. Землей тишина стоит, словно светлый миг. Я вдыхаю твою любовь, что даешь мне ты. Я готов подойти к тебе и сказать прости. Я хочу подойти к тебе, да не знаю, как. Научи, научи меня любить, как ты. Заключи, заключи завет со мною. Ты обнови, обнови меня, Иисус, прости. Научи меня любить, научи меня любить, научи. Я знаю лишь, только ты сможешь мне помочь. Я остался совсем один, только ты мой Бог. Я готов подойти к тебе и сказать прости. Я хочу подойти к тебе, будь со мной, ты мой Бог. Научи, научи меня любить, как ты. Заключи, заключи завет со мною. Ты обнови, обнови меня, Иисус, прости. Научи меня любить, научи меня любить, научи. Научи, научи меня любить, как ты. Заключи, заключи завет со мною. Ты обнови, обнови меня, Иисус, прости. Научи меня любить, научи меня любить,
научи. Живого Бога, Бог живой Бог, слава Ему. И не мертвые прославят Его, не все нисходящие в могилу, но живой, только живой прославит Его. И пусть в этом собрании звучит хвала Господу. Пусть сегодня каждая молитва, моление и прошение пред лицем, она будет услышана им. И сегодня мы слышим вот эту обстановку, трудная, грозная, которая касается родных, близких, братьев и сестер. И пусть сегодня благодать Божья, она будет направлена туда, чтобы найти им понимание. Они не знают, братья и сестры, что за пролитие крови идет пролитие той крови, которая проливается. Пусть Господь поможет нам, чтобы Божья благодать, Божья милость, она была простерта туда. И Давид говорит в 123-м псалме: «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь, но сегодня Господь с нами, слава Ему! Сегодня Господь слышит молитвы, и Он говорит этими словами, подытожив: «Все, что не попросите во имя Мое, я сделаю вам». Бог, всемогущий Бог, порой меняет ситуацию, когда народ молится Ему. И пусть сегодня наша молитва, Церковь Всемогущего Бога, будет о наших странах, откуда мы выехали, с Украины, с Белоруссии, с России. Пусть сегодня не только тихая молитва, но пусть сегодня Твое сердце будет открыто. Пусть это будет крик Богу, пусть это будет воплик Богу, пусть это будет со слезами, чтобы милость Господа покрыла наши народы, и Бог дал благоразумие этим царям, начальствующим о том, чтобы остановить это кровопролитие, остановить эту войну. Ведь мы соединены родством, мы соединены братьями и сестрами, сыновьями, дочерями, невестками, зятьями. Да явит Господь милость свою, да явит Господь милость свою. Давайте встанем на наши ноги, совершим эту молитву, чтобы Бог явил милость для них, чтобы были открыты эти коридоры, где могли бы выйти народы, которые совершенно не участвуют во всех этих обстоятельствах. Давайте откроем сердце, в сердце Господу направим, молитвы наши направим к Нему. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Бог наш и Царь наш! Да явится Твоя милость! Да явится милость Твоя, Господи! Да явится защита Твоя! Да явится Твое благоволение! Да будет, Господи, мир Божий в народах и стран, из которых мы верим особенно, где сегодня слезы, плач, кровь, Господь, проливается порой, невинная кровь, Отец. Да явится Твоя милость, да явится Твоя рука, да будет, Господи, стук Твой и в сердца правителей, не знающих себя, но Ты порой знаешь, как смирить. Порой Ты знаешь, Господи, как повернуть сердце царей, сердце нечестивых, и порой упросить, чтобы они повернули сердце свое к Тебе. Ты Бог наш, я молю Тебя вместе с братьями моими украинцами, с братьями моими русскими, с братьями Белоруссии. Боже, да явится милость Твоя! Боже, да явится милость Твоя с братьями евреями, с братьями других стран. Да явится Твоя защита, ибо мы знаем, что Ты Бог. Когда обращаются народ к Тебе, Ты изменяешь ситуацию. Ты поворачиваешь совершенно в другом направлении, потому что Ты не можешь
отречься с самого себя. Господь, пусть эта молитва, совместная молитва народа Твоего, да изменит ситуацию, да явится Твоя слава, да явится величие Твое, и те, которые не знают себя, да преклонятся пред лицом Твоим и познают, что Господь есть Бог. Господи, благоволение Твое, да будет Господь там, на Украине, да будет милость Твоя и защита Твоя народа Твоего. Благослови, Господь, пусть наши сердца будут направлены к Себе, потому что во Христе нет ни узея, нет ни елина, ни варвара, ни раба, ни скифа, ни свободного, ни украинца, ни белоруса, ни русского. А кто во Христе, тот новая тварь. Да будем мы все сокрыты в Себе, преображенные Словом Твоим, и Твой божественный мир да почает в стенах народа Твоего. Благодарим Тебя, что Ты слышишь эту молитву. Благодарим Тебя, что от Тебя придет ответ. И помощь наша в имени Господа нашего Иисуса Христа. Слава Тебе, Отец! Слава Тебе, Отец! Слава Тебе! Слава Тебе, Ребеля Альфа Лавер! Кербаламана Вараудел! Соль фарабалагита ралярел, зур валярела мина виревиля голорес, зур пелевиря аль фараудес, Дух Святой, Дух Святой, да явится Твоя милость, да явится Твоя защита, и прекратится это кровопролитие во имя Господа нашего Иисуса Христа. Да будет Твое благословение. Аминь. Мы соглашались, братья и сестры, сегодня у нас особое специальное добровольное пожертвование для наших братьев, для Украины, в том, чтобы и наша эта лепта, наши финансы, они послужили кому-то благословением, и кто-то через эту помощь воздаст славу Богу. Может, через твою десятку, двадцатку, сотню, тысячу кто-то познает всемогущего Бога. Благослови вас всех, Господь. Имейте это добровольное участие пред лицем Господа. Аминь. Я вижу пятна на тропе кровавые, когда нашел по ней Христос израненный. Он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный. Он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный. Заботясь нежно обо мне, порой ночной он шел, искал меня среди вражды людской. А я обеспечен был, не знал его любви, не знал его забот, тонул в пучине злой. А я обеспечен был, не знал его любви, не знал его забот, тонул в пучине злой. Стонал от горя я, не зная радости.
Отца, и было столько сил в Его святых руках, Он взял меня с собой, понес другим Отца. Я вижу пятна на тропе, Займите ваши места. У нас дальше трио, сестры, пожалуйста. Христа
нас нашла, свободу мне дал Божий Сын. То не гвозди тебе держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, то не гвозди и держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет, Голгофа.
Аллилуйя, церковь. Hallelujah, church. Слава Господу. Glory to God. До сего места помог нам Господь. Up to this time, the Lord helped us. Я попросил бы, чтобы вы светили на экране Иоанна 3:16. I would like to put it at John 3:16. Кто знает, что там написано? Кто знает? Поднимите руки. How many of you know what is written up there? Давайте еще вместе повторим. Let us together 3, just 4, follow it. Поехали. Возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, God so loved the world, что отдал Своего Сына, that He gave His only begotten Son. Если поближе направить на эту любовь на нас, if we can point this love towards us, то можно сказать, так возлюбил Бог меня. We can say that the Lord loved me. Так Бог возлюбил каждого из вас. That's how the Lord loved each and every one of us. Что всемогущий Бог, the mighty God, отдал своего Сына, give His only begotten Son, чтобы всякий верующий в Него не погиб, that every believe, those that believe in Him, но имел вечную жизнь, should not perish but have everlasting life. Есть верующие? How many of you are believers here? Всякий верующий в Него не погиб. Every believer would not perish. Какие вы счастливые, братья и сестры. You are the joyful people. Что Иисус умер за нас. That Jesus Christ died for us. И Писание говорит нам. And Scripture tells us. Римлянам 5:8. Romans 5:8. Но Бог свою любовь доказал к нам. But God showed His love towards us. Что Христос умер за нас. That Jesus Christ died когда for us. Мы были еще грешники. When we were sinners. Когда мы были грешники. When we were sinners. А Христос умер за Christ нас. Christ died for us. Слава Ему. Glory to Him. Это величие, могущество This Божье. This is the mighty power of the mighty God. Это так надо полюбить. You have to love so much. Те, которые были против Бога. The one that was against God. И всемогущий Отец. But mighty God, Father. В своем сердце помышлял, чтобы никто не погиб. In His own heart, He was thinking how to save and protect. Мы не можем до конца понять, братья и сестры. We can't really comprehend, brothers Мы порой and говорим о смерти Христа как о простом человеке. We many times we talk about the death of the Lord Jesus Christ. И порой мы свыкаемся и привыкаем к этому. And we get used to it. Но если бы мы вникаем, что сделал But Бог, if we would pay attention what truly God did for us, это избавил нас от вечного мучения. He redeemed us from the everlasting suffering. Это избавил вас от вечного огня. He protect you from the everlasting fire. Где не прекращается плач и скрежет зубов. Where there is always cry and suffering. Давайте в этот день по-другому мы посмотрим. Let us look differently in this day. Давайте в этот день мы раскроем себя для Него. In this day, let us open ourselves for Him. И от всего сердца возблагодарим Его. And with all might of our heart, от всего сердца прославим Его. With all our heart, to give glory to Him. Что когда-то был грешник. Because one time you were sinner. А стал праведником и ты кровью Агнца. But you became justified by the blood of the Lamb. И это не может сделать ни один человек. And this is impossible to do for any man. Но это сделал всемогущий Бог. Done by the mighty God. Вот какое радость и утешение ты получил от Отца. This is the joy that you receive from the Father. Называться и быть детем Божьим. You are called His child. Слава Ему. Glory to Him. В этом собрании пусть хвала Ему будет. In this gathering, maybe the glory to Him. Бог всемогущий Бог. God is the mighty God. Бог, который мы не можем до конца понять. God that we can't comprehend truly. Мы вечность и всю вечность будем думать о нем и до конца, думаю, не поймем. In our eternal life, we will never comprehend, and it will never come to our senses what is that. И Библия очень много говорит об этом. Bible speaks a lot about it. Исайя 49:15. Isaiah 49:15. Забудет ли женщина грудное дитя, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если и она забудет, я не забуду тебя. Can a woman forget her nursing child, and and not have compassion to the son of her womb. Surely they that may forget,
yet I will never forget you. Иисус говорит, я не забуду тебя. Jesus Christ says, I will never forget you. Сколько мы видим сегодня оставленных детей. We can see how many children left behind today. Сколько мы видим, как женское материнское сердце. We can see the, where the woman, the heart of the mother. Они оставляют то, что было внутри их, самое ценное. They leave something that was inside of them. Но мой Бог и твой Бог. But my God and your God. Говорит, если они оставят. Said if they would leave. Я не оставлю тебя. I will never forsake you. Слава ему. Glory to him. Это сказал Господь. This is what the proclaimed God. Насколько мы должны быть благодарны. How much we have to be grateful. И 16 стихом этой главы он говорит. In verse 16 of this chapter he says. Потому что я начертал тебя на дланях моих. Because I put your names in the palm of my hands. Вися на Голгофском кресте. Being on a cross in the Calvary. Будучи обезображен. Was suffering. И это было за тебя и за меня. And the suffering was for you and me. Вот почему это собрание. That's why this service today. Это воспоминание, что сделал Господь. This is we remember what the Lord did for us. И Писание говорит нам. And Scripture tells us. Помыслите о претерпевшем над собою такое порыгание от грешников. Think about one that suffers so much from the sinners. Чтобы нам не ослабеть. So we would not get weary. И это собрание, давайте сделаем собрание помышления о нем. And let us make this gathering the gathering of remembers of him. Что сделал он для тебя и для меня? What he did for you and me. Давайте войдем в дух Писания. Let us walk in the spirit of Scripture. Давайте соединимся с жертвой Голгофского креста. And unite with the sacrifice of Calvary. И только тогда мы поймем, что сделал он для тебя. That's the only moment we could understand what the Lord did for us. Пусть Бог поможет нам. May the Lord help us. Пусть Господня благодать будет с нами. May His grace be with us. И 1 Коринфянам 11:24. 1 Corinthians 11:24. Когда он преломил хлеб, он сказал, это мое тело. When he broke the bread, he says, this is my body. И опять же говорит, это творите в мое воспоминание. And he says, do this in remembrance of me. Дорогая церковь, я вас прошу во имя Иисуса Христа. Dear church, in the name of Jesus Christ, I'm asking you. Давайте сегодня будем вспоминать, что он сделал для нас. Let us remember what he did for us. Где мы были раньше и где мы сегодня? Where we've been before and where we're at right now. Были раньше грешники. We used to be sinners. А стали оправданные. And now we're justified. Омытые кровью Агнца. Washed by the blood of the Lamb. И даже если мы согрешаем. And even if we commit some sin. И приходим в покаяние перед ним. But in repentance we come before him. Кровь Иисуса Христа все еще продолжает очищать. Lord Jesus Christ continuously to wash us away from all sin. Hallelujah. Hallelujah. Он достоин славы. He is worthy to receive honor. Твои и мои грехи. Your and my sin. Прощены ради имени Его. Forgiven for His name's sake. Не потому что я или ты угодил Богу. Not because you are pleased God. А потому что грехи мои твои. Because my and your sin. Прощены ради имени Его. Were forgiven for His name's Пусть sake. Пусть имя Его. May His name. Будет превыше всякого be имени. Be above all names. Потому что однажды пред именем Его because one day before him, преклонится всякое колено every knee will bow, и всякий язык будет исповедовать имя will Его. Confess the name of our mighty все God. Цари, которые идут против Него, those that goes against him, все, которые воюют против Него, Писание говорит, him. Scripture says they will understand the King of Kings and mighty God and they will bow before him. God is a God, glory to him. He is a King above all kings. And may your heart today be open for the King of Kings. May your heart may the grace of the Lord work in 23-й псалом нам говорит такими словами. Psalm 24 said the following words. 7 стихом. Verse 7. Поднимите врата верхи ваши и поднимите двери вечные, и войдет царь славы. Кто этот царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь в брани. Слава ему. Glory to him.
Пусть сегодня твое сердце будет открыто для Царя Славы. Это единственное то, что можно куда войти. Это твое сердце. Это сердце, которое открыто для него. This is the heart that opened for и когда он входит в тебя, and when he enters, твои уста не молчат. Your lips will not be твои quiet. Уста воздают славу your и хвалу. Lips will glorify him. Тогда это собрание воспоминания о нем. Then this gathering about remembering of him. Оно будет реально для тебя. It will be a reality for пусть you. Сегодня Божий Дух он поведет нас туда. May the Spirit of the Lord lead us. Захария 13. Zechariah 3:6. Ему скажут, от чего на руках у себя рубцы, а он ответит от того, что меня били в доме любящих меня. Why you have the wounds on your hands? And he will say. Ему скажут, от чего? They would ask him why. Но меня били в доме любящих меня. They punished me in a house of the beloved. Представьте там, где должна была любовь к нему быть. Where the love supposed to be towards him. Где должно быть поклонение всемогущему Богу. Where they need to worship the mighty God. А его били в доме любящих его. They beat him up in a house of beloved. Пусть сегодня твой дом мой дом. May your house in my house. Пусть сегодня церковь живого Бога. May the church of living God. Она откроет себя для него. We will open for him. И чтобы его божественная любовь пленила наше that сердце. His heavenly love will capture our hearts. Чтобы не было у нас так, как было в Израиле. That we will not repeat the same thing что what его the Israel били did. В доме любящих. They punish him in the love of пусть beloved. В наших домах. May in our houses. Будет любовь к нему. Will be love towards him. Пусть в наших сердцах. Let our пусть в наших домах in our houses, будет радость и утешение, что сделал Господь. Will be joy and happiness what the Lord did. Пусть будет так, как написано. Maybe it be the way it's written. А Христос как сын в доме его. And Jesus Christ as a household in a а house. А дом же его мы, слава but ему. But his house are we. Пусть we сегодня are. В доме твоем все возвещает о славе may его. May in your house today everything glorify церковь, his name. Церковь, давайте любить всем сердцем. Let us love him with all our hearts. Церковь, давайте не умолять его славу let и величие. Let us not push down the mightiness and of God. Пусть это собрание, это будет преображение нашего сердца make и духа. This service will be the service that transform our spirit and soul. Пусть величие царя, оно будет явлено. May the greatness of the king will be revealed. И когда 1 Коринфянам 1:25. And when 1 Corinthians 11:25. Писание также говорит, когда он взял чашу, он сказал, это чаша новый завет. Scripture says when he took the cup and he says this is the new covenant. И опять говорит, это творится мое воспоминание. And he says, do this in remembrance of me. И когда мы едим хлеб и пьем из чаши, when we eat bread and we drink the cup, смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. We reveal His death until He comes again. И когда мы делаем воспоминания, when we do the communion, мы не только воспоминаем, we not only remember, но мы и возвещаем, что Господь придет. But we proclaim that God will come again. Церковь Господь придет. Church, Christ will come. И однажды церковь ответит. And one time the church will say, ей грози, Господи Иисусе! Ей come, the Lord! Аллилуйя! Glory! Я жду этого дня, братья и сестры! I'm waiting for this time. И я преклоняюсь перед Ним! And I bow before Him. Я ищу Его всем сердцем! I seek Him with all my heart. Чтобы мое сердце было вполне предано Ему! My heart will be truly given за такими to him. Он придет! This is what He would come for. И придет, и возьмет нас в себе! He will come and gather us. И там, где Он, там и мы будем! And He says where He was, we be also. Вот что сделал для тебя Господь! This is what the Lord did for us. Do we have something to give glory to God for? Brothers and sisters, think about him. Let his death. Let us not be just, oh, he died for my sins. May the power and his grace capture us. He did for our salvation. And this is give the boldness to you and me. It stir your and my heart. That we can serve him with all our might. Он единственный, который может
является твоим и моим источником. Because he is the only source that became for you and me. И он является источником живой воды. And he is the source of living water. Исайя 55 говорит. Isaiah 55 once says. Жаждущие, идите все. Thirsty, come and drink. Его источник открыт для каждого. His source is open for everyone. В нем есть жажда. He is the thirst. И этот источник. And this source. Омыть его от всяких грехов, от всякой нечистоты. Cleanse you from all sin of all unrighteousness. И этот источник открыт сегодня в этом собрании. Source is open today in this service. Кровь Иисуса Христа все еще продолжает очищать нас. Blood of the Lord Jesus Christ continues to cleanse us. Есть здесь люди, очищенные кровью Агнца. How many of you are washed by the blood of the Lamb? Hallelujah. Вот что ценно и важно. This is the cherishable for each and every one. Мы сегодня понимали, братья и сестры, that we understood today, что это великое и славное служение. That this is a great ministry. Пусть оно будет говорящее к тебе. May it be the ministry that speaks to you or in my потому heart. Потому что единственное то, через чего очищаемся мы. This is the only source that you and me can be clean. Это через пролитие Голгофского. This is through the blood of Calvary. Вися на Голгофе. Being on Calvary. Между небом и землей. Between heaven and earth. Такое сделали, вот ему дали это место. They give him such place. Как будто бы говоря. In the same sentence to say. Ты не пригоден ни для земли и не пригоден для неба. You're not worthy for heaven and you're not worthy for earth. Вися над небом и землей. Being between the heaven and earth. Но он через свою жертву Голгофского страдания. But through his sacrifice, through Calvary's suffering. Открыл небеса для тебя. Opened the heaven for you. И примирил небо с землей, слава ему. And he redeemed the heaven with the earth. И живя на этой земле. And being on this earth. Мы понимаем. We understood. Что через его смерть и страдания. That through his death and his suffering. Нам открыты небеса. The heaven open for us. И земля – это не место твоего пребывания. And earth is not the place that you will dwell. Дорогое собрание, место пребывания там, где он, там и мы будем. The place where you're supposed to be, where he прописка is, you наша be не в Норпорте. Our citizenship is not in Norport. Последняя прописка – небеса. Our last citizenship is heaven. Стремись туда всем сердцем. Put all your heart to it. Открывай себя для него. Reveal yourself for him. Проверяй себя сегодня. Put to test yourself. Если что-то мешает в твоем духе. If something is obstacles inside Писание of you. Писание говорит нам. Scripture tells us. Сблизься же с ними, ты будешь спокоен. Come close to him and you will be peaceful. Беспокойство больше и больше будет приходить на эту землю. Worries more and more will come to this Придет earth. Придет еще такое время. And the time will come. Что люди будут издыхать от всех этих бедствий. People will be groaning inside of them of the all suffering. Но те, которые уверовали в Господа. But those that believe in the Lord. Те, которые отдали себя для Него. Those that give him themselves Они to the Lord. Они поднимут свои головы. They will raise up their hands. И скажут, гради Господи Иисусе. And they will say, come the Lord и он скажет, я и гряду, and he will answer, yea, чтобы come, соединиться со своей невестой. In order to unite with his bride. Аллилуйя. Hallelujah. Слава ему в этом Glory собрании. To him in this service. Пусть сегодня, братья и сестры, церковь Христа, may the Church of Christ, brothers and sisters, today. Голгофа будет реально для тебя. The Calvary will be real for you and me. Исход 29:12. Exodus 29:12. Говорит, возьмите крови тельца. И возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей в основание жертвенника. You shall... Прочитали. You shall take some of this blood and of the bull and put on the horns of the altar with your fingers and pour the blood of basin at the base of altar. Иоанн 19:34. John 19:34. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. And one of the soldiers pierced his shoulder, and the blood and the water was come down. И тотчас истекла кровь и вода. And the same time the water всю кровь вылей в основание жертвенника. The blood was poured at the base of the altar. И там на Голгофском кресте. In the Calvary. Когда пришел воин и копьем ударил ему в бок. When the soldier pierced his rib. Писание говорит. Scripture says. Тотчас истекла кровь и вода. Blood and water came out. Вся кровь. All blood. Она истекла за тебя и за меня. Was shed for you and me. Слава Богу. Glory to him.
Это было основание жертвенника Голгофского креста. This was the base of the Calvary. И это все Бог сделал для себя и для меня. And he did everything for you and me. И евреям 10:22 говорится. Hebrews 10:22 said. Да приступаем с искренним сердцем, полную верою, кроплением очистив сердца наши от порочной совести. Let us draw near to him with the true heart, as full assurance of faith. Have our hearts sprinkled from the evil consensus, and our bodies washed with the pure water. Это все побуждает сегодня твое и мое сердце. This appoints you in your and my heart Когда today. Когда мы слышим по Писанию, что сделал для тебя Господь. When we hear what the Lord did us according to the Scripture. Да приступаем с искренним сердцем. Let us come to Him with a sincere heart. С искренним Бог поступает. With the sincere, He acts sincerely. Служим чистым чисто. With the pure man, He is pure. А с лукавым по лукавству. But with the evil according to Церковь, the evil. Церковь, да приступаем с искренним сердцем. Church, let come to him with a sincere heart. Полною верою. Was considered of all full faith. Кроплением очистив сердца от порочной совести. With the sprinkles of his blood purify of our heart. И омывши тело водою чистою. And wash with the water. Бог все сделал для нас. God did everything for you and Насколько me. Насколько мы сегодня делаем для самих себя. What did we do today for ourselves? Пусть это собрание. May this service today. Это также будет собрание, приступая с искренним сердцем. So we can come to him with the sincere heart. Пусть у каждого из вас May each and every one of you придет это присутствие искреннего сердца. Would be the presence of the sincere heart. Что мы из глубины нашего духа From a deepness of our spirit, воздали Богу славу. We will give glory to him. Воздали Богу славу. We will give glory to Потому him. Что Он достоин славы. Because he is the worthy to receive honor. И Писание 21 стих говорит нам так. Verse 22 says. Псалом 113, 20 стих. Psalm 114, verse 20. Господь помнит нас, благословляет нас. Господь помнит нас и благословляет God нас. God remembers us and He blesses Если us. Если мы что-то забываем, If we forget something, наша память порой коротка. Our memory is short. Но Господь помнит нас. But the Lord remembers us. Он помнит святых, где кто находится. He remembers every saint where he is. И Писание 21 стихом говорит. And verse 21 said. Благословляет боящийся Господа малых с великими. He blesses those that fear Him with the Он помнит себя. He remembers you. И он благословляет. And he bless you. Кого боящихся. Who? Те, которые ходят перед Богом. That the walk before the Lord. Церковь Иисуса Христа, давайте направляться Church к Нему. Church of Jesus Christ, let us appoint ourselves Давайте towards еще him. Приобщаться к телу и крови Господа. Let us unite with the blood of the Lord. Чтобы эта кровь была говорящая в нашем сердце. That this blood will be the blood that speaks to our soul. Если кровь Авеля говорится об убиении, if the blood of Abel speaks about the killing, то насколько кровь Иисуса Христа, how much the blood of the Lord говорит о прощении, speaks about the что forgiveness, что грехи твои, that your sins прощены ради имени Его, are forgiven for His name. Не потому что ты хороший, not because you are good, но ради имени but Его, for His name's sake. Не потому что твой папа хороший, not because your father is good. Дети, слушайте внимательно. And listen carefully. Но потому ради имени Его. But for His name's sake. Слава Богу. Glory to Him. Я благодарю Бога. I'm thankful что to Бог the Lord. Добрый к дому моему. That God is good God Чтобы to my Бог household. Чтобы Бог добрый к домам вашим. That God is good to your household. Что Бог определил нас к спасению. That God appointed us to и salvation. И пусть сегодня величие всемогущего Бога. And may the greatness of the mighty Чтобы God нам today. Приступить с искренним сердцем. Give us the courage to come with a sincere heart. Помоги нам, Господи. Help us, the Lord. Чтобы нам почитать за святыню кровь завета. That we can recognize the blood of the Lamb. И духа благодати не оскорблять. And not quench the Spirit of God. Давайте почитать то, что сделал Господь. Let us honor what the Lord did. И давайте не забывать. And let us not to forget. Что Он умер за грехи наши. That He died for our sins. И воскрес для оправдания and нашего. And resurrect for our justification. Слава Ему. Glory to Him. И не только умер за грехи наши. Not only He died for our sins. Но Он является исцелителем нашим. But He also our healer. Слава Господу. Glory to Him. Что ранами Его. That by His stripes. Мы исцелены. We are healed. Кто уже был исцелен не раз и не два ранами Христа? How many of you were healed by the blood of the Lord? Есть свидетели в этом собрании.
Ранами Его by his stripes, мы исцелены. We are healed. Кровь защита Его не раз защищала нас. His blood is our protection. Пусть сегодня Дух Святой May the Holy Spirit today возбудит наше сердце, stir our heart, чтобы мы были открытыми that для Него. We will be open before him. Чтобы не сбылись Писания. In order for the scriptures to fulfill. Когда Иисус говорил, я говорил вам, а вы не слышали меня. When Jesus was saying, I was speaking to you, but you didn't hear me. И однажды, когда мы будем говорить, Господи. And one time we will stay before the Lord and say, Lord. Мы пророчествовали. Not through your name we prophesied. Не твоим ли именем бесов изгоняли? Not through your name we were cast out. Не твоим ли именем мы собирались, проводили собрания? In your name we gathered together. Чтобы никому из нас не сказал. That he would not tell to any of us. Отойдите, я никогда не знал вас. Go away, I never knew you. Я прошу вас во имя Иисуса Христа. I'm asking you in the name of Jesus Christ. Тебя и вас. Myself first and Сделайте you. Сделайте проверку вашего сердца. Put to test your heart. Насколько Господь живет в нас. How much the Lord dwells in us. Чтобы сегодня наше приобщение к телу и крови. That today our communion. Было во спасение нам. Will be for our salvation. Кто в этом собрании нуждается в нем? How many in this gathering in need of Him? Я благодарю Бога. Thank you, the Lord. Каждый из нас мы нуждаемся We в нем. We all need the Lord. Нету ни одного человека в этом собрании. There is none here in service. Я нуждаюсь в нем. I in need of Him. Потому что как для каждого из нас. Because for each and every one of us, это собрание, это проверка, this service is the test. Чтобы мы испытывали себя, that we can put our, examine ourselves. И крови, we were think about the blood of the Lord. И чтобы не были обмануты. And we were not deceived. Он все сделал для нас. He did everything for us. И давайте пусть сегодня Божья благодать. And let us today that, и that в этой His grace. Будет проверка нашего сердца. In this prayer, we will have мы the, открываем the себя перед Богом. We open ourselves before Могут the Lord. Вас люди не понять. People might not understand Пастора, us. Пастора, служитель может не понять. Maybe minister will not understand. Но когда ты открываешь себя для Него, But when you open yourself before Him, Он понимает. He will understand если you. Ты открыт для Него и говоришь, Господи, прости меня, and if you are open and you say, God, forgive me, Он прощает. He will forgive. Аллилуйя. Hallelujah. Пусть Бог поможет каждому из вас, May the Lord help чтобы each and после этой молитвы That we in this prayer, мое и ваше сердце было открыто your and my heart would be для принятия тела и крови Господа Иисуса Христа. To receive the blood and Давайте and встанем на наши ноги и отдадим себя Господу. Let us stand, let us give us и пусть Божья благодать будет говорящая. May the God's grace will be, и сила завета говорит, что твои грехи прощены ради имени Его. And the power of His covenant Аллилуйя! Says that Аллилуйя! Слава Тебе, Отец! Молись, Игорь. Аллилуйя, ребене аль фарага таларил. Сабата параламина верегит унорил. О, Боже, пусть кровь Твоя, она будет говорящая в этом собрании. Пусть Hallelujah, сила завета Jesus. Будет говорящая каждому из Hallelujah, народа Твоего. Yes, Шимена гарара парала. Пусть, Боже, каждый взор будет поднят к Тебе. Потому что Ты наше упование, Ты наша защита, Ты Бог, на Которого мы уповаем, с кем это радоваться. О, Дух Святой, Аллилуйя, Отец. Пусть будет проверка от Тебя. Аллилуйя, Отец, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Отец. Мы превозносим Твое святое имя, Господь. Мы величаем величие Твоей славы, Господь Боже. Мы величаем то, что Ты сделал, Господь Боже, на Голгофском кресте. Для каждого из нас слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе и поклонение, Господь Боже. Грехи наши омыты, Господь Боже. Наши поступки, они прощены, Господь Боже, ради имени Твоего, Иисус, слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе и поклонение, Господь Боже, за спасение для человечества, за Твою любовь, Господь Боже, за то, что страдая, Господь Боже, Ты дал прощение для народа, Господь Боже. Иисус, Господи, и мы не заслужили это ради милости Твоего Сына, Господь Боже, слава Тебе, хвала Тебе, Иисус.
Иисус, за жертву крови, Господь Боже, за истерзание, Господи, тело и мучение, Господь Боже. Слава Тебе, слава Тебе! Он невинный принял вину всего мира, Господь Боже. Слава Тебе, Господь! И явился перед лицом Твоим, Господи, с кровью, Господи, не тельцов и овнов, Господь, но с кровью Своею, Господь Боже, превозглашая любовь Твою, превозглашая милость Твою, говоря, Господи, о Твоем милосердии, о Твоей славе, Господь, напоминая, Господи, вновь и вновь, Боже, что Ты сделал для каждого из нас. Отец, слава Тебе, хвала Тебе, Господь, благослови каждое сердце в этом служении, Господь Боже, наполни благоуханием Твоей славы, Господь Боже, прикосновением Твоего Духа, Господь Боже, да торжествует и радуется сердце народа Твоего, Господь, о том, что соделал Ты на Голгофском кресте, Господь. Слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Благослови каждое сердце, Господь Боже. Господи, дабы мы, Иисус Господи, чистым сердцем, Господь Боже, с дерзновением, Господь Боже, прикасались к телу Твоему, Господь Боже, и крови Твоей, Господь, которая очистила нас, которая осветила нас, Господь, которая простила нас, Господь, которая исцелила, Господь Боже, и примирила нас с Небесным Отцом. Слава Тебе! Хвала Тебе за могущество Твоего служения, Господь, за силу, Господи, жертвы Сына Иисуса Христа. Отец Господь, благослови каждое сердце. Благослови тихую молитву, Господь, громкую молитву. Ты слышишь каждого, Господь Боже. Сегодня открыт перед Тобою, Господь Боже. С открытым сердцем призывает Твое святое имя, Господь, и говорит Тебе, Господи, благодарность, Господь, выражает Тебе славу, Господь, что Ты соделал для каждого из нас, Господь. Хвала Тебе, честь и поклонение. Благослови нас, как церковь, благослови народ Твой, благослови служителей и тех, кого нету по различным причинам. Благослови, а Твое имя пусть будет прославлено. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мы совершим с братьями омовение рук, и пусть Господь благословит пение сейчас. While we will wash our hands as our ministers, you guys continue to in song.